Каждую смену к нам приезжают ребята из разных уголков нашей необъятной страны. Сегодня мы узнаем у них, с какими тремя словами у них ассоциируется смена. Дружба, веселье, позитив. Счастье, команда и взаимоподдержка. У меня смена ассоциируется со словами команда, уют, тепло. Доброта, веселье и эмоции. Счастье, восторг и необычность. Вкусная еда, веселье, радость. Друзья, веселье, работа. Радость, добро, море позитива. Я думаю, что это семья, дружба и любовь. Веселье, радость, семья. Сплочение, знание, мотивация. Сегодня мы узнали у участников, с чем же у них ассоциируется слово «смена». Ребята дали множество разных ответов, но в целом мы поняли, что смена – это счастье, радость и дружба.